И снова захватчики пытаются вогнать Украину во тьму. Ночью в Николаеве от обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры и жилой дом. В результате налета ранения получили 11 человек, двое из них госпитализированы. В Одессе повреждена электроподстанция, что привело к отключениям света в части города. Вот это и есть еще одна форма настоящего террора против гражданского населения, потому что это попытка посеять панику и страх. Впрочем, копать другому яму бывает, знаете ли, чревато. Ночью Ростовскую область атаковали беспилотники, после чего на Новочеркасской ГРЭС, второй по мощности электростанции региона, произошел крупный пожар. Два энергоблока выведены из строя, электроснабжение нарушено. Пять по ГРЭСу что-то упало. Аж вспышки яркие. Сигналки, люди на улице повыходили. Что-то жужжит опять в небе. Губернатор Голубев, конечно, умалчивает о причинах ЧП, лживо это называя каким-то возгоранием на трансформаторной подстанции. Но местные жители все видели и все слышали. Полеты десятков БПЛА и многочисленные взрывы. Вот так вот. Кто с блэкаутом в Украину придет, тот блэкаута и получит. Дорогие зрители, в этой ситуации ваши лайки, репосты и добрые комментарии – это наше оружие против темных во всех смыслах этого слова сил захватчиков.